Уважаемые телезрители, названы еще имена лучших игроков этого года. Шангин и Андрей Каморин. По существу названа вся шестерка, играющая сейчас. Плюс Андрей Каморин. Внимание. По стрелке. Сектор номер 7. Внимание. Может быть, мне кажется, но в зале очень шумно. Телезрители, вы не находите, что очень шумно в зале? Шумно и линию. Линию? Вы знаете, я попрошу вас, может быть, кто-нибудь из вас встанет в штрафную и проконтролирует линию. Итак, я прошу несколько телезрителей встать на штрафную линию, скажем, 2-3 человека. Так, чтобы было ясно, что у нас нет подсказок и никто не нарушает штрафную линию. Прошу вас. Прежде чем я оглашу вопрос. Вот нарушитель. Пожалуйста, за штрафную линию. А, это сам телезритель. Пожалуйста, стойте где хотите. Кстати, у нас сейчас есть представители победителей лотереи прошлого месяца. Вы, может быть, поможете нам? Последите за дисциплиной, последите за порядком в клубе. Итак, внимание. Можно начинать, уважаемые телезрители? Да, пожалуйста. Спасибо. Сектор номер 7. Тихо. Опять шумно все-таки. Против вас счет 4-4. Против вас сейчас играет врач из села Чернава Липецкой области Нина Михайловна Подледнева. Вот Нина Михайловна. Нина Михайловна, вы хотите пожелать клубу что-нибудь? Или, скажем, лично мне? Чтобы клуб выиграл. Понятно, понятно. Это лично хорошо. Да, чтобы клуб выиграл. Ну а теперь внимание. Черный ящик. Спасибо. Подробно, тяжело, нюхай. Уважаемые знатоки, я прошу вас, работайте четче, не нарушайте правила нашей игры. Иначе мне придется вас штрафовать. Нет, пока еще не начинается. В этом черном ящике находится продукция Волгоградского завода. Этот завод берет прекрасную новгородскую бумагу, ценнейший индонезийский каучук, дефицитный порошок местного производства и делает продукцию, пользоваться которой никто не хочет. Что это за продукция? Ответ готов. Ответ готов. Этой продукцией, скорее всего, являются обыкновенные горчишники. Ну, хорошо. А теперь давайте откроем черный ящик. Так и есть. Вот моя бумага. Горчишники, и слово Леонид Владимирский, кандидат на хрустальную сову Леонид Владимирский. Счет становится 5-4 в пользу знатоков. Игра идет, как известно, до 6 побед. Леонид Владимирский выбирает приз. Я должен сказать, что из кандидатов на главный приз нашей лотереи не осталось уже никого. Петр Пеликов не смог угадать результаты этого раунда. Итак, лотерея закрыта, к сожалению. Итак, счет 5-4. Выигрывает клуб. Если клуб выиграет, все знатоки, игравшие в этом году, остаются в клубе. Если проиграет, знатоки уходят из клуба. Мы начинаем 10-й раунд. Сейчас на первом этаже работает жюри по выбору лучшего игрока. И работает телезрительское жюри тоже.
Жучков из Коломны прислал телефонограмму. Не верю, что прямая передача. Так, товарищ Жучков, вы меня слышите? Прямая передача. Так, покажите, пожалуйста, стрелку. Что? Вы снова ставите паузу вместо блица? Хорошо, спасибо большое. Ну что же делать, а? Значит, вы не хотите больше блицев и ставите снова паузу. Поет Владимир Высоцкий. Не хватайтесь за чужие тайны, вы ложитесь в друг своих подруг. Вспомните, как берегом Австралии подплывал покойный лук. Как кружил усевшись под азарь, уедом с восходом до зари. Еле в этой солнечной Австралии друг дружку злые дикари. Но почему абориген съели кука? За что не ясно, молчит наука. Мне представляется совсем простая штука. Хотели кушать и съели кука. Есть вариант, что их не может большая кука. Кричал, что очень вкусный кок на судне кука. Ошибка вышла, вот о чем молчит наука. Хотели кока, а съели кука. И вовсе не было подвоха или трюка. Пошли без сука, почти без звука. Пустили в действие дубинку из бамбука. Тюк прямо в теме, и нету пука. Но есть, однако же, еще предположение, что пука съели из большого уважения. Всех наускивал колдун и трезвит люка. А дури леты, хватайте кука! Кто уплетет его без соли и без лука, тот сильным смехом добрым будет вроде кука. Кому это под руку, попался каменюка, метнул гадюка и нету кука. А дикари теперь салат.